идея создания проекта родилась тогда, когда мы поняли, что некоторые наши сказки, крымские сказки, меняют значение вдруг. Появились сказки, которые совершенно не соответствуют тем сказаниям, которые ходят в народе, и историческим событиям. И мы поняли, что вот нужна четкая работа над сохранением сказок. Сказки, легенды – это прямой генетический код народа, и его нужно сохранить.